Привет, дорогой зритель! Я Актиле Копаров. Итак, сразу к делу. Главный редактор издания «Булат KG» Сэмитай Аманбеков сегодня опубликовал фотографию автомашины BMW X6. По его словам, машина принадлежит заводделам в администрации президента Галине Байтерек. А мы просто решили проверить, чья же это крутая тачка. Поехали! Госномер автомашины у нас уже есть, теперь на сайте налоговой службы находим ИНН самой Галины Байтерек. Затем открываем сервис CarCheck и вводим госномер и ИНН. И как итог, чиновница администрации президента, владелец BMW X6. Но для справедливости ради хочу отметить, что машину она купила в июне 2020 года, то есть еще до октябрьских событий, после чего она стала пресс-секретарем президента. По данным сайта tscap.com, у Галины Байтерек нет ни одной компании. К тому же, согласно биографии, опубликованной на сайте Kabar KG, в трудовой деятельности у Байтерек пробел с 2015 и до октября 2020 года. Может быть, крутую машину ей подарили ее родные или близкие. Но у BMW X6 накопилось 6 нарушений на 8000 сомов. И везде за превышение скорости. Примечательно то, что Галина Байтерек не платит даже прошлогодние штрафы. Дорогие друзья, значит ли это, что власть имущим у нас все можно, а законы действуют только для простых граждан? С вами был Актиле Копаров, и не нарушайте правила дорожного движения.